Первая группа призванных в армию ребят 20 апреля отправилась к месту службы из Тверской области. Примечательно, что для нового цифрового комиссариата Верхневолжья это призывная кампания первая. Напомню, что весенний призыв в России стартовал 1 апреля. Вооруженные силы страны пополнили в том числе и наши земляки. 18 молодых людей из Тверской области уже готовы заступить на службу по призыву. Отдавать долг родине в солнечный апрельский день отправляется 19-летний житель Зубцова. Юрий Тимерман уверен, армия – хорошая закалка для мужчины. Мы, мужчины, должны защищать наших будущих жен, детей, мать, отца, дедушку, бабушку. Ну, должны это все защищать, натренировать себя и как бы жить правильно в дальнейшем. Думаю, в принципе, если очень сильно понравится, остаться, пойти служить по контракту уже. Для сослуживца Юрия Михаила Нагибина призыв на службу в армию – долгожданное событие. В планах призывника сделать армию делом жизни, поступить в военный вуз. Я учился в кадетском корпусе, поэтому, я будем считать, служу уже давно. Поэтому, как бы, ну, служба в армии будем считать, ну, почти мечта. Первоначально, да, долг родине, но, наверное, уже даже долг перед самим собой. В военном комиссариате подчеркнули, что призывники не будут проходить службу в зоне СВО. Служить молодые люди, как положено по закону, будут год. В этом году призывной возраст остается прежний – от 18 до 27 лет. А только со следующего года начнет повышаться. Прежде чем отправиться отдавать долг родине, молодые люди проходят медицинскую комиссию и психологические тесты. Сегодня отправляется со сборного пункта первая воинская команда в ходе весеннего призыва 2023 года. Что знаменательно, это первая команда, отправляемая со сборного пункта нового военного комиссариата. Команда направляется в состав воздушно-космических сил Министерства обороны Российской Федерации. Тверской военкомат цифрового формата первый в стране. Он располагает не только комфортными условиями пребывания, но и современным, в том числе медицинским оборудованием, что позволяет соблюсти все требования и формальности быстро и четко. Кроме того, он может оповещать граждан о призыве дистанционно через государственные порталы. Весенний призыв закончится в июле. Сколько точно будет отправлено на службу призывников, цифры не разглашаются. Они чуть выше, чем в предыдущие годы. Тверские ребята поедут служить в разные роды войск: Росгвардию, научные, спортивные роты, роту почетного караула, Преображенский полк и другие.